У нас пасечник есть. Мы с ним случайно, я о нем подумала, он обо мне. Мы встречаемся, я говорю, Володь, мед он привозит нам куб огромный, там килограмм 35 меда. Объявляем, давайте сделаем мамин чай, то есть чай из наших трав амурских, там и липа, там и смородинка, мелисса, то есть сушеные травы принесли, добавили шиповник, добавили веточки смородины, все это упаковали в отдельные чайные пакетики, сделали все. Вам, ребята, бойцам, вот, от чистого материнского сердца, вот, говорю, наступаю, мы за вас, мы с вами, и мы болеем душой за вас.